Здорово, дружище. Сегодня та ночь, в которой, когда, зачем, почему я записывал видео про бездонатный аккаунт, потому как бы мы будем сегодня разговаривать тихо, но тем не менее, надеюсь, ты, блядь, поставишь, сука, лайк, не поленишься, пошевелишь своим, сука, да я не прошу даже жопой шевелить, просто, блядь, пальцем пошевели, тебе не трудно, а я кайфану. Ладно, смотри, был подписчик, он, походу, реально был, такой, типа, бля, князь, по-братски, пароль, у меня 100 тысяч самоцветов, я такой, да, базара ноль. В конечном итоге завтра паролю. Парень ждал 3 недели, может быть, дольше. Понимаете, он настолько долго ждал, что перестал играть. Посмотри, у него тут, блядь, типа, 2 дня не заходил. Вот вчера вроде зашел. Говорите, ребят, давай сегодня просто посидим молча. Нет, молча не получится. Не, ну мне просто, блядь, я не хочу орать. Не, я, понимаешь, я постиг дзен в этой жизни, я не хочу орать. Короче, у нас аккаунт Церафум 000. Ладно, 203 тысячи силы. А что, есть тут донат вообще? Ну, считай, что нету. Дальше. Что тут, блядь? Окей. Яиц тут, блядь, да ебени фени. Так, короче, сегодня будем ролить. Давай, у нас 100 тысяч самов. Даже не знаю, ништяки будем, открывать не будем. Хуяк. 101 тысяча самоцветов. Подарки тут всякие разные. Может быть, их тоже откроем. Ну, наверное, откроем. В конце, наверное, видоса. А может быть сейчас, а может быть в конце. Не знаю. Давай посмотрим на недостающих героев. Ох ты, елки-палки. Давай, куда зайти? Где это было, сука? Это здесь была судьба. Ну, я предполагаю, аккаунт молодой, недостающих героев дохуя. Да, тут Розалина, да, мастер рун. Ну, как бы Розалин, да, фанатик по факту, да, типа, блядь, мастера рун можем выбить. Но вот я сейчас смотрю, да, каких героев не хватает. Проблема заключается в том, что я все равно нахуй нихуя не запомню. А ты, дружище, возьми лайк, поставь, да, блядь, и подпишись. И на стрим не забывай приходить. Полярный лис, леди божество, ёптую шаман, королева змей, разрушитель дракос, дракокакос, наемный убийца, бард, арктика, суккуб, скиталец, гигант с холма, панда, разрушитель, вождь минотавров, королева гарпий, блять, леди вудхаус, вермильон. Кстати говоря, вот знаете что, я вермильона не выбивал. Динамо, спарки, жрица воды, фростинг, галантный андроид, инквизитор, да, звездный боксер, ракшаса, блять. Короче, давай, ёптую, ролить. У нас 100 тысяч самов. Ну, вот одержимый сразу падает. А вы там, знаете, кто статистику, да, тот опубликует в видосе, посчитает, да, какое количество, ну, типа, знаете, коэффициентики, то есть это легко. У нас, грубо говоря, была 101 тысяча самоцветов, выпадет, к примеру, 20, ой, инквизитор, выпадет, к примеру, 20 эпиков, и вы 101 тысячу, ну, то есть там 101 делите на 25, или, ну, 100 тысяч, короче, ну, блядь, кто из вас в школе учился, бля, коэффициент, посчитайте, ёпта. Сколько, и мы тогда узнаем, сколько самоцветов требуется на то, чтобы взять и выбить одного эпического героя. Пока что все хуево, выпал только один. А, хотелось бы вермильона выбить. Я, как бы, хуй знает, он крутой герой, не крутой, но вроде дракон, вроде дракон. Чешуя-то у него по-любому есть, а если есть чешуя, то как бы в жизни-то больше ничего, в принципе-то и не надо. Ну а чё? Чешуя — это заебись, пацаны. Бугимен, гигантская, боже, выговорить нихуя не могу, реально разучился разговаривать с вами, друзья, разучился видосы записывать, с ума схожу нахуй, ебанулся на всю голову, блядь, чего ж тут поделать, сижу, блядь, и рулю, призывательница, ну окей, два эпика, мы уже потратили больше, ну типа 30 тысяч самоцветов, выбили 2 эпика, наш коэффициент заключается 15 тысяч самоцветов на одного эпического героя, это хуёво, мадам Бо, идем дальше. Секач, вот, это уже у нас 4 выпало. Ну, уже кое-как, ну, типа, неплохо. Хотя, блядь, ну, пошло лучше. Пошло лучше. Слушай, они добавили эти 60 кадров. Они добавили эти 60 кадров, короче, в битву замков. На самом деле заметно. Вот каждый раз,
при том, что ты столько лет отыграл, блядь, при 30, да, то, что в «Битве замков» работало. Сейчас смотришь на 60 и такой, блядь, думаешь, как будто у тебя супер-киберспортивный, блядь, монитор на хулиард герц, жрица воды. Это у нас пятая, что ли, получается? Эпическая шалава выпала. Давай, алхимик. Медуза. Галантный андроид. Королева мумий. Отлично. Кристаллический эктоплазм. Тритон. Наемный убийца. Инженер. Студенистый. Давай, идем дальше. Жрица воды. Ну, о, начало падать, но как бы такое, знаешь. Хотелось бы там вермильона. Вот хочу, блядь, вот просто, знаешь, блядь, по-доброму, по-братски хочу вермильона. Ну, не в том смысле, что, блядь, вот прям я с ним бы, знаешь, там встретился бы, там, подарил бы ему букет роз красных, ну, желтые, блядь, к измене, белые, такой себе, фрости, вот, откупорил бы бутылочку вина, да, такой, хватит, хватит, мне нравятся твои глаза, запах, блядь, алые розы, нет, не в том смысле, понимаете, я просто хочу выбить вермильона, вот. Мало ли чё. Я не знаю, вы же подписаны на меня, наверное. Типа, значит, такие же припизнутые, как и я. Вот, а если не подписаны, то, типа, хули быть припизнутыми и не подписанными на меня, ребята, вы чё? Вы чё, блядь? Ребят, ну, так дело не пойдет. А у нас остается 37 тысяч самоцветов. И, в принципе, я уже сбился со счета, сколько я героев выбил. Именно эпических. Пам-па-ля-ля-ля! Опачки! Опа, Гангман стайл! Блядь, вот, блядь, папочка пришел, папочка выбил. Ёпты, сука. Помнит меня «Битва замков», блядь, боится нахуй меня. Блядь, поняли? Рандом нахуй. Кто, если не я, блядь, хулиард самоцветов, блядь, в этой игре переролил, блядь? Кто, если не я, друзья? Да, интересно, можно мой? Я бы с удовольствием сейчас взял бы свой аккаунт, продал бы IGG обратно. Ну, типа, сколько у меня там вложено? 1008-10 евро. Типа, бля, пацаны, забирайте обратно по-братски. Мне просто... Вот мой счет. Типа... Ладно, давайте, можете 10% себе оставить. Ну, а хули вы, блядь, пацаны, вы дохуя зарабатываете, я вам дохуя кого привел. Ну, нет, что-то, блядь, вряд ли. Меня, скорее всего, пошлют нахуй. Ну, блядь, бывает. Бывает, друзья. Вы слушаю, вермильона выбил. Что с ним делать? Не ебу. Но я выбил. Я, блядь, молодец. Ебать, блядь, молодчага вообще, понимаешь? Просто звездный бак. Нет, ну это респект и уважуха мне, ребят. Это респект и уважуха, ребят. По-другому никак. Респект и уважуха, ребят. По-другому никак. Хоп, ла-лай-ла, подпишись на мой телеграм-канал. Нахуя, не знаю, я все равно с ним нихуя не заработаю, и вряд ли у меня когда-то там будет много подписчиков. Но ты подпишись, и, может быть, я перестану ковыряться прямо на видео в носу. Не знаю, инквизитор. Давай, у нас еще 9 тысяч самоцветов. Нас ждут невероятнейшие приключения. Понимаешь, блядь, это же экшен-игра. Просто супер, блядь, экшен-игра. Там галантный андроид. Я видел там... Андрюха Рылев выпускал видео по поводу того, что, типа, когда там «Битва замков» была стратегией, когда она не была стратегией. Я, конечно, видео не смотрел, но могу предположить, что Андрюха Рылев сказал, что «Битва замков» — это нихуя не стратегия. Возможно, когда-то была, но сейчас нихуя. И с этим я, конечно, соглашусь. Но видео смотреть не буду, потому что, типа, у меня сил не хватает записать видео по «Битве замков», а если я еще смотреть буду, блядь. Так, ладно, давай открываем ништяки. Короче, жду в комментариях ваших невероятных подсчетов. Я узнаю, ну, типа, и не дай бог вы неправильно посчитаете. Я найду тебя, твою учительницу по алгебре, и будет, бля, конечно, вот так вот будет, понимаешь? Жестко будет, ты прям такого не будешь ждать. Такой думаешь, а что это, блядь? А что этот, блядь, чувак неподстриженный, бородатый, пиздит там, блядь, все на ютубе. Сидит, короче, в трусах. Ну вот, записывает свои видосы, блядь, посредине ночи. Вот, что он там пиздит, блядь? Ну, а потом такой, опа, опа, потом хуяк вот так, блядь, пау. Случилось то, что случилось, и ты такой думаешь, блядь, да он не пиздел,
Дон оказался прав. Да нихуяшеньки себе. Слушай, непривычно мою рожу. Я вот, блядь, привык стримить это с камеры картинка. Непривычно даже мою рожу видеть без фона. Типа обрезанную, с хромакея. Да. Непривычненько. Ну, странно. Ну, в принципе, я вот сейчас смотрю на себя и пока что блевать не хочу. Это радует. А ты знаешь, когда слушаешь каждый день свой голос, смотришь на себя, вот помню раньше, когда там, блядь, по 3 видоса в день ебашил. По 3 видоса в день. Это же надо это, блядь, снять, посмотреть. Ну, типа, смонтировать, хотя там толком нихуя не монтировал, но все равно ты, блядь, постоянно смотришь на себя. Такой, типа, бля, постоянно слушаешь себя. И ты начинаешь себя ненавидеть, думать, блядь, встретил бы его на улице, хлебососину бы набил, этот бы парень у меня не выжил. А потом вспоминаешь, блядь, это же я. Ну да. И такой, бум. Что я несу? Что я несу на ночь глядя, а, друзья? Что-то я совсем с ума сошел. Как-то так бывает, понимаешь? Как-то так бывает. Ладно, идем дальше. Я не знаю, вот эти ништяки, блядь. Мне, понимаешь, мне даже как-то особо ништяки неинтересно открывать. Я хуй знаю, напишите, короче. Надо уже что-то другое снимать. Ну, про битву замков не забывать. Да, то, блядь, до сих пор уже сколько не снимал, мне все время приходит. Когда битва замков? Когда битва замков, спрашивают? Вот когда, понимаешь? Когда эта битва замков-то будет, спрашивают. А я такое. Не могу сдать. Не могу знать, дамы и господа. Не могу знать. Знает только Всевышний. Вот такое вот бывает. Так, идем дальше. Ну, мешок зефирика. 6 осколков. Блять, все, не могу больше открывать. Подожди, тут еще есть. Во. Мешок Динамо. 11 осколков. Ну, кое-как, что-то, блядь, повезло. Ладно, друзья, давайте на этом остановимся. На этом пока что все. Короче, у нас сейчас будут выходить по битве замков исключительно, блядь, юмористические видосы, никакой информативности. Кто досмотрел до конца, мне вот жалко. Но огромнейшее вам спасибо, не забывайте ставить лайки. Если вы не подписаны, вы, конечно, подумайте хорошо, надо ли вам это нахуй или нет подписываться. Но, как бы, если вы взвесите все за и против, то не подписывайтесь. Да не, подпишись, братан, буду благодарен, пока.